не ругал, как сейчас. Вот, я тоже не знаю. Сейчас камеры снимемся. Посмотрите, вся стена-то покорёбленная. Стена-то все тёска, весь покорёбленный, тёска у меня. А вы ночью спали? Что ж я делала, ночью делаю. Полтретьего слышала, думала, дом рухнул. Ну совсем рядышком. На меня попало-то все. Вон у меня все стекла, я ничего еще не убирала. Весь засыпана вся кухня, стол это самое покрыло, да это. Как не видно, тут бол был этот, и деревяшки, вон летели сюда деревья, забор-то сюда летел ко мне, видите? Вот он, оттуда все летело. На меня взрыв-то делали, видимо, что ли. То мы в поезд столкнулся, то ли машины столкнулись, такое вот у них. А я на той стороне спала-то, а не на этой, вот на той стороне. Я сразу в окошко сюда-сюда. Окно, свет-то не включаю. Господи, что у меня рамы-то открыты? Были окна закрытые, а окна открытые. Думаю, ой, кто же это ко мне лез и разбил стекла? Я ж не подумала, что тут взрыв. 3 часа это было, кто-то проходили туда, молодежь какая-то. Я думала, что гулянки идут или что там такое. А так нет. Когда я сразу после взрыва подходила, ну, через минут 10 ничего не видела. Я закрыла ворота на вчерашнюю ночь. Окрасила дверь и не выкрасила дверь. Думаю, я не закрою ее и оставлю. Так, закрою вот там ворота. Утром, думаю, пойду, надо открыть мне, чтобы кто-то придет. Вот. Все открыто у меня. Выдернутая самая железка, и эта засовка была привязана к этой ручке. Ну, кто же был там? Одно спросила, другого спросила, никто не был, не был говорит. Это, наверное, вверх звонит. Вверх звонит.